Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии посетила группа южнокорейских врачей. Зарубежные специалисты поделились опытом эффективного лечения эндокринных заболеваний, отметили важность здорового образа жизни и правильного питания, несоблюдение которых нередко приводит к ожирению, а зачастую и к сахарному диабету. Кстати, сегодня на учете эндокринологической больницы Самарканда состоят более 360 детей и подростков в возрасте от 10 месяцев до 18 лет. Профессор Сеульского национального университета и его студенты провели в нашем филиале медосмотр населения. Для работников и студентов кафедры эндокринологии Самаркандского государственного медицинского университета организован семинар по лечению эндокринных заболеваний на основе новых научных разработок. Конечно, такое тесное международное сотрудничество способствует повышению опыта наших врачей. Говоря о результатах, проводимых в отрасли реформ, в Самаркандском филиале эндокринологии сданы в эксплуатацию новые корпуса для отделения диабетической стопы, детской эндокринологии, реанимации и интенсивной терапии. Оснащение современным медицинским оборудованием позволяет проводить сложные и уникальные хирургические вмешательства. В прошлом году здесь впервые проведена бариатрическая операция.